Теперь у нас стоит вопрос вообще ампутации ноги мужу из-за того, что обрушение произошло. Уже уголовная ответственность идет городу. Вот справка с больницы. Сейчас мы проходим обследование в центре здоровья. Сумасшедшие деньги требуются. Я прошу помощи у вас. Это первый вопрос. А вы не могли пойти туда, где деньги сумасшедшие требуются? Туда, конечно, не каждый пойдет в ЛКДЦ. Там действительно... Вот справка, что дополнительная площадь, новая справка, видите?